наш улюблений експерт, це Михайло Шейтельман, політтехнолог, публіцист, письменник, керував телеканалами, інтернет-ресурсами та медіапроєктами. Зараз популярний блогер, посилання на його YouTube-канал є в описі відео. Вітаємо вас, пане Михайло, у нас в ефірі. Раді бачити знову. Да, знаете, вот я послушал ваши новости только что про эти 1000 профессоров. И надо же, где были эти 1000 профессоров последние 3 года, спрашивается. Объясняю, почему. В 2020 году вышла известная книга «Эффект летучей мыши», которую написал я. Я там, в частности, дал 10 прогнозов на ближайшие 10 лет. Один из них заключается в том, что скорость искусственного интеллекта, извините, IQ искусственного интеллекта будет искусственно ограничен по некими международными договорами. Я об этом сказал 3 года назад, потому что мне лично было понятно, куда это все идет и что будет с искусственным интеллектом, если его не ограничивать. После меня через 2 года об этом написал Виктор Пелевин, известный немецкий писатель, бывший российский, где у него в фантастическом романе как раз ограничено 3 мегатюнингами IQ искусственного интеллекта. И только сейчас это дошло наконец до профессоров, до Илона Маска и так далее. Но есть нюанс, мне кажется. Сейчас уже не надо ничего ограничивать, потому что если сейчас, не дай бог, западный мир ограничит, действительно, на полгода остановит эти исследования, то Россия-то с Китаем не остановится, и это будет использовано ими как оружие. Сейчас это гонка вооружений. Кто первый создаст искусственный интеллект, настоящий такой вот полноценный боевой искусственный интеллект, что ли, тот и победит в войне, которая у нас явно наметилась между Россией и остальными нормальными странами. И чтобы разгромить Россию, искусственный интеллект как инструмент вполне подойдет. Он поедет в Россию, привезет нам сердце Путина, повесит всех остальных соратников, все будет хорошо, нам даже будет не нужно ничего делать. Ну, я сейчас не буду описывать, как это будет делать искусственный интеллект, но он с этим вполне, я думаю, справится. Поэтому сейчас это неуместно, сейчас у нас война. Это как во время Второй мировой, начать ограничивать, знаете, исследования в области ядерного оружия со словами «Ой-ой-ой, это же будет очень опасное оружие». Да, будет, и надо им будет жахнуть по Германии, если понадобится. Ну, тогда я имею в виду Вторую мировую войну. А сейчас искусственным интеллектом надо жахнуть по России. Ми ще до теми штучного інтелекту обов'язково повернемося, оскільки ми записали інтерв'ю з чату GPT і покажемо його після розмови. На початку тижня стало відомо, що московський патріархат залишає Києво-Печерську лавру. Але, як виявилося, ні. Настоятель лаври Павло, відомий як Паша Мерседес, проклинає Зеленського і каже, що вони нікуди не підуть, влада поки не використовує силу. А як ви вважаєте, коли Москва нарешті піде з Києво-Печерської лаври та з інших церков? Ну, у них сьогодні є такий Милонов, у них він якийсь там депутат або щось таке. Він достатньо смішним виступив заявленням, що потрібно ввести російські танки в Київ, для того, чтобы вот остановить выселение этих россиян там из Киево-Печерской лавры. Достаточно забавно, да, согласитесь. Слышь, что надо, оказывается, ввести. Он себе может ввести эти российские танки в какое-нибудь другое место, но точно Киево-Печерскую лавру у него их ввести просто технически не получится, потому что у них уже не получилось до туда доехать. Когда они покинут, ну, когда их оттуда там как-то выдавят, тогда и покинут. Я, кстати, раньше был таким большим противником всех этих действий, но я сегодня не поленился, провел опрос, потому что я решил, я некомпетентен в этих вопросах, в церковных, как вы догадываетесь, я не очень сильно православный человек. Вот, мне это все, в общем, не очень важно. Но я провел опрос среди своих зрителей, читателей. Вот больше 5000 человек мне отвечали на вопросы, и было там 3 варианта ответа. Это правильно и вовремя, то, что сегодня делается властью Украины. Это правильно, но не вовремя, или же это вообще неправильно. Так вот, я скажу, правильно и вовремя 80%, правильно, но не вовремя 13, и только 2 считают, что это вообще неправильно. Так что я вижу, теперь убедился абсолютно, что, в общем, подавляющее большинство украинцев за то, чтобы вот все эти действия произвести. Рано или поздно, ну, слушайте, ну, быстро сейчас как-нибудь дозадвинут. В конце концов, их там оказалось очень мало. Вы знаете, мне боты пишут комменты все время, ну, какие-то, ну, не боты, точнее, а российские такие вот эти работающие на Кремль люди, кремлевские такие, не знаю, как их назвать, что вот, посмотрите, Шейтельман этот, он что, не видит, что десятки тысяч человек вышли на защиту УПЦ-МП? А я не вижу. Они не вышли. Хочеться ще поговорити про сьогоднішню ніч, тому що не давала нам тривоги спати сьогодні всій Україні. Знову обстріли Запоріжжя і Харкова, шахеди з півночі. Ну хіба Путін не розуміє, що терор не працює? Навіщо він це робить? Тим більше, що все частіше з'являється підтвердження, що зброї росіянам таки не вистачає. Ну вот именно потому, что обычного оружия им не хватает для ведения войны, они используют террор, террор оружия слабых, это во всем мире такой лозунг есть известный, что
кто занимается террором. Ну, например, там палестинские террористы из Хамаса занимаются террором, потому что военным путем победить израильскую армию они не способны. Ну, вы знаете, насчет того, что террор не сработает, так я не уверен. Он рано или поздно может сработать. Потому что если не останавливать этот террор, не бороться с ним, не противодействовать ему. Я уверен, что наши люди в Украине, мы уже не сдадимся в этом смысле и не дадим слабины. Но на Запад это, по-моему, по-прежнему производит некий эффект. То, что вот умирают мирные жители, и на Западе появляется какой-то политик, который говорит, нет, главное все-таки остановить войну. Вот даже наш большой недруг Александр Лукашенко, понятно, что он не Запад и не это самое, он сегодня обращался к нации и сказал, что главное сейчас, значит, остановить войну вот так, как стоят войска, чтобы они никуда больше не перемещались, не дай бог. И если, не дай бог, начнут перемещаться, то украинцев надо наказать. То есть он как-то не высказал версию, что россияне начнут перемещаться. То же самое говорят некоторые российские оппозиционные политики, что главное сейчас остановить войну, иначе гибнут люди. Я понимаю, что они работают на Кремль, вот эти оппозиционные политики, которые так говорят. Но постепенно это же тоже, знаете, вода камень точит, поэтому это набирает вес. И тут важно, чтобы мы противостояли успешно этому терроризму. А для этого нужна, кстати, одна интересная вещь. Президент Зеленский сказал на прошлой неделе, что если бы у нас были F-16, они могли бы останавливать многие такие террористические атаки. И это правда, потому что это истребители-перехватчики. Так что вот F-16 нам пришлют, будет меньше успешность шахедов и крылатых ракет по мирным городам. Бачите ось цю футболку? Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того обов'язково поставте дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А після того, будь ласка, напишіть нашу ключову фразу «Це закарпатський богрич» в коментарях до будь-якого відео. І вже скоро ми цю футболку розіграємо, і, можливо, вона поїде саме до вас. Ну, судячи з усього, білоруський так званий президент знає, в якому стані російська армія, і навіть не уявляє собі, що там можливий наступ. Китай офіційно заявив, що йому потрібно готуватися до війни. Як ви вважаєте, до війни з ким? Звичайно, що Росія не відмовляється від планів щодо Тайваню, ми це розуміємо, але поки там присутні Сполучені Штати, Японія озброюється, здається, як казали за часів СРСР почався новий виток гонки озброєнь, правильно? Ну, я не совсем так думаю. То есть, понятно, что виток какой-то есть, но Китай не особо участвует в гонке вооружений прямо таком в полномасштабном формате. Это не Советский Союз. Он не пытается создать паритета с силами США и тем более НАТО. Просто не пытается. У него он пока, ну, как бы, как сказать, осторожно тратится на вооружение. Все-таки, если посчитать все виды вооружений, которые есть у Китая, теоретически он мог спокойно достичь того же уровня, что есть у США. Но они несравнимы. По-моему, был спущен на воду третий авианосец, если я не ошибаюсь, третий у Китая. У США 10 авианосных групп, 10 авианосных флотов США, понимаете? Поэтому это пока несравнимая мощь. Я думаю, что и по остальным вооружениям там пока мощь несравнима абсолютно. Там количественно китайская армия, да, а в остальном пока нет. Но главный тут тезис – они не тратятся, не вкладываются по полной программе, чтобы соревноваться со Штатами. Поэтому отвечаю на ваш вопрос, к какой войне они готовятся. Они готовятся к войне, ядерной войне России против всего остального мира. Россия, я думаю, размещает вот сейчас ядерные силы в Беларуси, чтобы наносить удары по НАТО, чтобы иметь такую возможность. И Китай не исключает того, что это произойдет. Совсем не исключает. Китайцы поэтому строят какие-то бункеры и готовятся к этой войне. Не обязательно, что на них нападут, но им все равно придется в этом участвовать. Михайло, не можемо не запитати вас про яскравий скандал в російській еліті. Це телефонна розмова Пригожина, той, що Йосип Пригожин, чоловік Валерії, з мільярдером Ахмедовим, де вони, скажімо, дали дуже гарну і точну оцінку Путіну, і, в принципі, тому, що відбувається в Росії. Смішно, що Пригожин звинуватив штучний інтелект в підробці цієї розмови, але, здається, штучний інтелект так матюкатися не вміє. Вам не здається, що зараз можна записати майже будь-яку розмову так званої російської еліти, і там будуть, в принципі, та сама реакція буде? Ну, во-первых, что касается там искусственного интеллекта, может ли он ругаться? Да, может, потому что я помню, что Microsoft в какой-то момент своей истории создал некую там модель искусственного интеллекта, какую-то виртуальную женщину, что ли, и запустил ее на бета-тестирование, то есть всем пользователям позволили с ней общаться в виде чата. Но это было уже давно, лет 10 назад, и ее научили плохому сразу. Ну, пользователи первым делом уже пытаются что-нибудь сломать, понимаете, пользователи, противные люди.
Вот, и она стала выдавать высказывания абсолютно расистские, нацистские, гомофобские и так далее. Microsoft отменил свой эксперимент через несколько дней, когда его эта виртуальная девушка оказалась расисткой и гомофобкой. Вот. Это не было предусмотрено защита от такого плохого поведения пользователей. Я к тому, что можно создать такого Пригожина. Но вопрос, если в том другие так ли думают, почти все. То есть вот эти круги, давайте так, это какие? Это два круга, это круг крупного бизнеса, который представляет этот олигарх, и круг такой эстрадно-культурки, что ли, не знаю, извините за выражение слова культуры, да, российской, вот, которая тоже приближенная к Путину. В этих кругах, да, понятно, что подавляющее большинство людей именно так и думают. Есть другой круг, есть круг приближенных политиков, политически приближенных, тех, кто, например, принимал, собственно, решение об этой войне, входя в Совет Безопасности РФ. Это вот такие люди, как Патрушев, Бортников, Золотов, Шойгу, этот Сечин туда не входит, кто там еще есть, Собянин, Мишустин, вот эти люди, Медведев, люди, у которых на руках кровь, которые убийцы, которые уже не могут отмыться никогда, вот они нет, они, я думаю, искренне преданы Путину, и вот таких разговоров не ведут. Почему искренне не ведут? Я думаю, что они разделяют его идеи и цели по захвату мира и уничтожению цивилизации. І повернемось до штучного інтелекту. Ми записали інтерв'ю з чатом GPT, він зараз дуже популярний, його всі використовують. Було цікаво, ну я спочатку познайомився, попрацював в ньому. Він, як дав цікаве визначення мій друг, як поганий троєшник. Тобто він щось може, звичайно, що він навчається, але поки повноцінно замінити мене чи Ірину не може. Відповідно, ми в нього запитали багато що, в тому числі, чи хоче він захопити світ. Маленький спойлер, я скажу, що він це не виключає, що таке можливо, що штучний інтелект може колись захопити світ. А от для чого? Це вже інше питання. Отже, як ви вважаєте, що нас очікує? Матриця чи Термінатор? Чи насправді ми зможемо співпрацювати з штучним інтелектом? Значить, во-первых, я проводив багато експериментів з чатом GPT. Ви как бы його поки недооцінюєте. Мене він іноді успішно заміняє. Я иногда пишу новости, используя чат GPT. Я пишу вопросы для интервью, которые я иногда беру, ну, там, по работе своей. Вопросы мне пишет чат GPT, я их сам уже не сочиняю. Поэтому спокойно, все нормально, много он что может заменить. Кстати, мне интересно, на каком языке вы проводили свои эксперименты? Потому что чат GPT, говорящий на английском или, например, на русском, это как будто два разных человека. Я украинскую с ним разговаривал. Мне было интересно саме це. Да, я понимаю, но с украинским там есть еще больше ограничений, потому что он, например, там ссылки на украинские сайты отвергает и сообщает, что он пока не понимает письменную речь, вот там украинскую и так далее. Но, безусловно, например, что англоязычный чат GPT весьма умерен в своих оценках, то есть не допускает оценочных суждений и так далее. А вот русский вполне такой себе русский, понимаете, прям составляющая русского мира. Поэтому разные можно вырастить чат GPT. Ждет ли нас матрица? Да, обязательно. Ждет ли нас терминатор? Нет, совершенно. Потому что терминатор — это хард, как бы, да, а мы сейчас говорим про софт. С точки зрения софта, вот, которым устроена матрица, да, вообще не сомневаюсь совершенно, что у нас будет дополненная реальность. Мы все уже и так живем более-менее в дополненной реальности, сами того не замечая. Давайте спросим наших зрителей, сколько времени они проводят на улице, не глядя в телефон. Вот в сутки сколько времени вы проводите на улице, не глядя, вообще ни разу не заглядывая в телефон, не разговаривая ни с кем по телефону, а реально общаясь только с живыми людьми, оглядывая окрестности. Вы знаете, по моим знакомым, это очень малое количество времени в день, а у многих и не каждый день. В основном мы живем в виртуальном мире. Мы говорим по телефону с кем-то неприсутствующим рядом, смотрим кого-то неприсутствующего рядом. Вот все, кто смотрит сейчас нас, тоже живут в виртуальном мире и в матрице. Поэтому это неизбежность. Кстати, время просмотра потребления медиа в США уже перевалило за 12 часов в сутки в среднем на человека. 12 часов в сутки потребления медиа. Прибавить 8 часов сна, выяснится, что они в реальном мире почти не бывают, эти люди. Дякую величезно. Тим більше, що можна пригадати, що навіть якщо людина не розмовляє по телефону і не дивиться в нього, він іде в навушниках і слухає музику, що також втікти від реальності. Дякую величезне. Не можу сказати, що я щасливий з того, що колись нас очікує матриця, але можливо ми просто не знаємо, що це добре. Алгоритми Ютубу так працюють, що ще більше цінної інформації зможе бачити український і не лише український глядач. Щоб стати спонсором, варто перейти за QR-кодом, який ви зараз бачите на ваших екранах, або можете знайти посилання в описі будь-якого відео, також під цією трансляцією шукайте посилання або кнопочка «Спонсорство». Це всього 100 гривень на місяць або 2 кави, і ви автоматично стаєте нашим спонсором, а ще берете участь в розіграші класних призів, отак як роблять зараз наші спонсори.